Тверской епархии прошла православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». В течение 6 дней жители Твери могли приобрести церковную продукцию из разных уголков мира и поучаствовать во встречах с интересными людьми. Заметным событием в жизни Твери стала международная православная выставка-ярмарка под актуальным названием «От покаяния к воскресению России». Она открылась в одном из наиболее популярных торговых центров города и вызвала широкий интерес не только людей воцерковленных. Их вниманию были представлены самые разнообразные предметы церковной утвари, сувениры, литература и даже сладости. Помимо этого, посетителям выставки предлагалась насыщенная культурная программа, которая включала выступление писателя Юрия Воробьевского, демонстрацию православных художественных, мультипликационных и документальных фильмов, концерты различных музыкальных коллективов. А в отдельном помещении выставки любой желающий мог составить индивидуальную беседу со священником. Сегодня здесь представлено несколько стран Русской Православной Церкви. Это Россия, Белоруссия, Украина, Греция, Палестина и Молдавия. Задача выставки просветительская, чтобы мы понимаем, что, конечно, люди православные своими руками изготавливают православные поделки, но приобретение этих православных вещей непосредственно является пожертвованием в те храмы, монастыри, которые представлены здесь. В церемонии открытия ярмарки принял участие митрополит Тверской и Кашинский Виктор. Владыка отслужил торжественный молебен на начало благого дела, после чего ознакомился с экспозицией выставки. Мы надеемся, что данная выставка будет успешной, и многие жители города Твери посетят эту выставку и приобщатся к духовной жизни нашей православной церкви. Остается добавить, что международная православная выставка-ярмарка под названием «От покаяния к воскресению России» посвящена тысячелетию со дня блаженной кончины святого равноапостольного князя Владимира.